Я был в яичке. Теперь я знаю. Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики канала «Записки подмастерья». Вот прошло уже почти 2 месяца с момента рождения этих вот перепелят. Количество 4 штуки. Сейчас они живут в деревне и успешно несут яички. Вот мы видим, одно вот есть. Правда, они еще пока не так быстро все несутся. Бывает, что через день только. Ну, 2-3 яичка в сутки получается. У меня, конечно, подозрение, что среди них все-таки петушок один имеется. Потому что странно как-то, что 3 яичка только выходит. Ну, может быть, я и не прав. Так что вот, курочки живут, растут, все успешно. Сейчас откроем клеточку получше их рассмотреть. Вот они. Кстати говоря, вот яичко само. И вот эти вот перепеляточки. На следующий год планирую побольше их развести, вывести их. Посмотрим, либо купим яички и синкубируем, либо уже купим сразу цыпляток. Вот. Скоро к ним, ну не к ним прямо в клетку, да, а вот рядышком, в соседнюю комнату сарая, переедут жить и курочки. Вон как улетело. Видели? Взлетело. Вот, разлеталось. Вот. Так что, как видите, да? Живы-здоровы. Даже летают. Все успешно. Вот такие получились у нас курочки. Вот. Я же говорю, все-таки петушок есть. Вот он ее. Надо хоть его краской принять. Ой, запел. Ты еще запел. Вот ты какой молодец. Все-таки вот этот петушок, все-таки правильно. А то гадали. Надо, наверное, краской пометить его, чтобы опознавать. Так что вот. Ну что ж, у меня на этом все. До новых встреч. До следующих видео. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания.